Сегодня спросила у мужа, почему он перестал признаваться мне в любви. А он ответил, что после того, как я разбила его машину, сам факт, что я еще жива и живу в его квартире, и доказывает его безграничную любовь. О, ребята, всем здорово, Саныч на связи, Васих. Очень рад приветствовать у себя на канале. А чаечки никогда не ценят хорошего отношения, в принципе. Да, по факту мог бы... Жена, не жена, расхренячила машину, плати. А вдруг она кредитная? Вот даже не кредитная. Вы знаете, сколько, блин, на ремонт уйдет денег? Это же хреново куча денег, да? Ну ничего, пока жива, и без фингалов, без ничего, как бы простил, да? А тут мало, мало, блин. Давай еще признавайся мне в любви каждый день по 8 раз. Что это за хренотень такая, не понимаю, да? Вывод, ребята, такой, что чаечки, чем ты лучше к ним относишься, тем больше залазят тебе на шею, на голову прямо, да? И чем больше ты ей прощаешь, тем она больше будет тебя доклепываться, и мозг будет выедать чайной ложечкой просто. Вывод такой, ребята, чаечек прощать нельзя. Должна отрабатывать все свои косяки.